обучение путь длиною в жизнь бесконечной цели. Запомните это. Вы победите Вальгаллу в ее же игре. Я знаю. Я всегда говорил, надо стремиться к большему. У вас отлично получается, генерал. Наблюдать за вами одно удовольствие. Признаюсь, Сигрун, Вальгалла оказалась не такой, как я думал. Вы видели лишь малую ее часть. Эта область независима и не связана с остальной Вальгаллой. В остальном в ней находятся общины, где обитают мертвые. Они общаются, играют, пьют, дерутся. Но нужно заслужить право присоединиться к павшим товарищам. Прибывшие проходят персональное испытание. Вроде того, что сейчас проходите вы. Так мертвые могут взглянуть на свой жизненный путь. Те, кто достоин, кто смог в каком-то смысле поставить точку, могут пройти дальше. А те, кто не смог отпустить свою жизнь, остаются навеки заперты в своей Вальгалле. А кто-то просто остается тут, чтобы драться. Раз уж мы постоянно возвращаемся, значит, тебе это как-то помогает? Да. Неважно, получилось или нет, я чувствую прогресс, ясность. Нужно дойти до конца. Отлично, брат. Злодеяние, о котором говорили и много лет спустя. Но не думал, что настолько. Надо отметить, брат, твое мастерство несказанно выросло. Мне нужна была его сила, чтобы отомстить богам. Я думал, у меня нет выбора. Не было выбора? Ты мог не отрывать мне голову? Тебя никто не заставлял. И он снова здесь. Но ведь это еще не самое страшное, так? Убив меня, ты лишил Грецию солнца. Она погрузилась в вечный холод и мрак. Посевы погибли.
На нашей родине начался голод! Тебе было плевать. Хватит. Такой злобный, да? Кратос, мне любопытно. Ты решил обезглавить Гелиоса по личным причинам? Или это был лишь способ достичь желания? Ничего личного. Мы были знакомы до того, как я его убил. Он был надменным, как любой бог. Но его смерть не принесла мне радости. Ты знал, чем это чревато? Когда Гелиоса схватил бог сновидений, земли окутала тьма и царствовала на них до его возвращения. Я точно знал, что так будет. Могла бы пригодиться кратковременная помощь, да? Кракс, надеюсь, ты простишь, что я подслушал, но до того, как ты нашел меня, ты пытался разрешить загадку своего бывшего трона. Могу я дать совет? Слушаю. До того, как я стал богом войны, меня также терзали сомнения. Я боялся, что, сев на этот трон, я лишь укреплю иерархию Одина, который и сам тогда не доверял. Но я решил, что смогу оказывать больше влияния, находясь внутри этой системы. Чтобы быть во главе, не обязательно править. Трон — это то, что ты под ним подразумеваешь. Слева!
Артур, ты говорил так, будто я стремлюсь быть во главе. Будто я тот, за кем надо следовать. Твое сомнение в себе, неважно, оправдано или нет, находит ясное отражение в Альгаре. Неудивительно, что твой разум показал тебе это. Это приглашение пересмотреть свои установки. Мимир прав. У тебя есть сила и, как я полагаю, мудрость, чтобы дать ему новый смысл. Утвердись в этой силе и докажи себе, что трон не меняет тебя, не делает тебя другим. Когда ты знаешь, кто ты и чему служишь. Будет немножко больно. В этот раз улучшим положение. Ничего себе! Того врага будет награда. Ugh!
Засчитывай, Вальгал. Теперь дорога наверх открыта. Памяти самого сына Тора. Снова здравствуй, Кратос! И не стоит забывать, Кратос, не стоит обходить вниманием контекст твоего деяния! Я спас тебе жизнь! Я! А ты вместо благодарности оторвал мне голову! Представь, если все твои новые друзья узнают, как ты обошелся со старыми! Ну, конечно, ты теперь другой человек! Теперь ты только обрекаешь друзей на смерть своей недальновидностью. Так куда проще сваливать вину на других, правда? Я знаю, ты лишь иллюзия моего разума. Но как бы то ни было, смерть от моей руки была несправедливой. О, как трогательно. Да, эти слова не стоят даже слюны, которую ты сейчас разбрызгал. Больше так не делай. Никому не нужны твои извинения. Кое-что тебе от меня на память. Пусть мой дар принесет тебе нескончаемый. Когда они так делают, пробегает холодок, да? Тебя словно осуждают.
Одни мышцы, никаких мозгов. Призраки, ты скучал по этим вертким гадам, правда ведь? Смотри под ноги! Ушел в землю! Смотри под ноги! Сзади! Осторожно! Минотавр! Сейчас увидим, кто тут полумуж! Развязывайся! У тебя не то оружие! Нападаем! Вот это Кратос, победивший Атласа! Тебя и получится ублажить Вальгаллу. Вот кого Вальгалла сочла твоей целью. Ну, хоть это ярмо ты с себя скинул. Лучше поспеши, потому что враги будут становиться только сильнее.
слева! Снова враги, баран! Ты слепой! Сзади! Сзади, тупица! И проложил себе путь дальше. Хочется обломать мачту и нанизать на нее их головы? Против тебя, Кратос. Сзади атакую. Yeah.
как его? Проглотит? Сзади! Осторожно! Развязывайся! Цель Вальгаллы! В атаку!
лучше поспеши, потому что враги будут становиться только сильнее. О, шанс повлиять на свою судьбу. Приятно, наверное. Здравствуй, брат. Вот и я. Приветствую, Кратос. У меня есть еще одно оружие, добытое в странстве. Хочешь взглянуть? Оружие! Чуть-чуть перенеси вес. Поверься инстинктам, Кратос. Вот это больно! Скажи мне, Кратос, честно. Каково это — повергнуть свой родной дом во тьму? У меня не было желания купить эту землю, но я был безразличен. Мною двигала лишь жажда мести. Я не это спросил. Что ты чувствовал, когда отдал свою душу тьме и позволил ей обрушиться на все, что... Кому нет тьма? Бюргер! Хороший удар, брат! Брат, выходи из тьмы! Наша битва очистит твой разум. Защищайся. Я вижу там свет. Я сдаюсь. Хорошо. Не думаю, что тебе было безразлично, Кратос. Тебе было больно. Очень больно. И ты плохо с этим справился. Это ты освобождаешь солнце? Ты взял колесницу Гелиоса и вернул солнце на небо, но при этом пожертвовал собой. Да. Я рухнул вниз. И Гелиос меня спас. Но... это случилось до того, как я его убил. Мои злодейства были впереди. К чему все это? То, что ты после себя оставил, сложно однозначно оценить. Добро — это не цель, это путь. Неудачи кого угодно могут затянуть во тьму. Наше оружие
мудрость и бдительность. Теперь ты куда искуснее, чем раньше. Голоса в голове стали добрее, скажем так. Думаю, пока достаточно. Тебе есть о чем подумать. Да. Вернемся на берег. Ты можешь гордиться пройденным путем, Кратос. Увидимся. Не знаю, что ты там делаешь, но у тебя получается. Возможно. Слушай, я понимаю. Я заставила тебя думать, будто мы все ожидаем от тебя большего. И я хочу, чтобы ты знал. Я ни в коем случае не прошу тебя меняться. Нам нужно сломать старый мир и построить новый. Редко выпадает возможность собрать заново все куски и сложить их покрепче. Ты на многое повлиял здесь, даже стал символом перемен. Очень часто достаточно одного твоего присутствия в Совете. А в другие дни? Ты заслужил голос. Используй его по своему усмотрению. Сигрун, внутри нам встретился сын Тора. Я уверяю вас, это точно не он сам. У вас сохранились воспоминания о прошлой битве, и Вальгалла этим воспользовалась. Но почему он? Не я должна отвечать на этот вопрос. Что ж, есть о чем подумать в перерывах между драками. Пройдут лишь способные подстроиться под перемены. Новые награды и новые возможности. Возможно, идеала достичь нельзя, но разве вы согласны на меньшее?
настоящая дочь. Ящик со злом. Это что-то важное. Это история того кузнеца, да? Им была нужна его девочка, и он погиб, защищая ее. Защищая ее от меня. Я открыл ларец в поисках оружия, чтобы убить Ареса. А выпустил... И все боги разом сошли с ума. Еще раз спасибо. Тихо, голова. К сожалению, пока я в своей Вальгале, тебе придется быть с ним. Кратос, как хорошо ты знал дочь кузнеца. Пандора. Она напоминала мне о дочери, которую я там потерял. Мне жаль, Кратос. Даже на пике своего мщения ты бы не хотел, чтобы с ней что-то случилось. Пандора была невинна. Ее взгляд на мир. Она могла достучаться до меня, в отличие от многих. Она заслуживала лучшей участи. А стала пешкой в руках богов. Я вижу, как тебе будет. Но спасибо, что ты помнишь. Это важно. Я полагаю, в тумане таятся другие враги. Берегись сверху! Ugh.
Huh.